Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Несоблюдение правил дорожного движения привело к еще одному трагическому ДТП, в котором погиб человек. Накануне в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Калинина, Индустриальная, произошло столкновение машин с мотоциклом. По предварительным данным установлено, что 34-летний водитель Toyota Corolla не пропустил мотоциклиста. В результате ДТП на месте скончался 33-летний водитель мотоцикла. В соответствии с информационной базой данных ГИБДД, мотоциклист не имел права управления мотоциклом. Транспортное средство не зарегистрировано в госавтоинспекции. В действиях водителя легковой автомашины усматриваются признаки преступления. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Тувинским государственным университетом и Тувинским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства поручено разработать схему прилития крови баранов-производителей калмыцкой породы тувинским короткожирнохвостым маткам с определением маточных отар. Минсельхозпрод Тувы должен организовать поставку баранов-производителей калмыцкой породы в республику и обеспечить селекционную работу согласно утвержденной схеме. Совместно с администрацией Тоджинского района поручено разработать механизм реализации губернаторского проекта с 2020 года «Кыштаг для молодой семьи», адаптированного под условия Тоджинского района, и внести предложение. Совместно с председателями администрации Кызыльского и Тандинского районов принять конкретные меры по открытию пункта искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и далее в других районах, предоставлять отчетность по результатам проведения мероприятий по искусственному осеменению. Рекомендовать председателям администрации муниципальных районов обеспечить создание не менее одной специализированной отары баранов, козлов, производителей на территории района и принять меры по своевременной случной кампании. Принять меры по подготовке к участию племенных хозяйств в республиканской выставке племенных животных в сентябре 2019 года. Дом культуры Танды-Уула, село Хавуаксы, получит 5 миллионов рублей по программе государственного софинансирования кинотеатров в селах и городах России. В начале 2019 года Управление культуры подало заявку для участия в конкурсе по кинофикации. На прошлой неделе стало известно, что районный дом культуры получит 5 миллионов рублей на реализацию проекта и установки кинематографического оборудования. Данные мероприятия стали возможны благодаря программе государственного софинансирования кинотеатров в селах и городах России и при поддержке главы председателя правительства республики и Министерства культуры. В рамках действующей программы государство обеспечивает кинотеатры самым современным оборудованием, помогает закупать новые кресла. Есть обязательное условие, которое необходимо выполнять для участия в программе. 50% сеансов должно отдаваться российскому кино. С помощью этой программы обеспечивается доступ к свежему, премьерному кино жителям малых городов и населенных пунктов, где когда-то в советские годы были кинотеатры, а потом закрылись. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал неизбежным взрыв на рынке потребкредитования не позднее 2021 года. Министерство, по его словам, готовит механизмы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, чтобы они могли постепенно из нее выйти. За последний год граждане нарастили свою задолженность на 1,8 триллионов рублей. А треть выданных за четвертый квартал 2018 года кредитов пришлась на заемщиков, которые тратят на обслуживание долга свыше 60% ежемесячных доходов. Эти люди, по его словам, занимали, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, но попали в долговую яму и сейчас думают только о том, как и где перекредитоваться. Дополнительным рычагом должен стать подготовленный Банком России механизм обязательного расчета банками и МФО долговой нагрузки каждого заемщика при выдаче нового кредита. Он заработает с 1 октября. Это должно ограничить доступ к потребительским кредитам граждан с небольшими доходами или уже имеющих значительные обязательства. Механизм будет срабатывать в том случае, если заемщику с учетом вновь выданного кредита придется отдавать на обслуживание долга свыше половины дохода. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 97 копеек, евро 70 рублей 65 копеек.
я там же писать. Нельзя там есть. Пучок горячий. Он мешает мне. Мешает вам писать? Да. А что вы руку, которую слифаете, уважаемый? Тихо. В Туве местный житель подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении. По результатам проведенной доследственной проверки в отношении жителя Кызыла возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 1 июля в салоне служебного автомобиля во время оформления протокола об административном правонарушении подозреваемый умышленно ударил стажера отдельной роты ДПС, причинив ему физическую боль. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы. Давай быстро оформляй. Вы же мне мешаете жить. Давай быстро. Давай быстро. Потом я вас все зажурую за его освобождение. Давай быстро. Давай. Помимо этого, региональным следственным комитетом направлено в суд уголовное дело по факту убийства участкового. Напомним, 3 октября прошлого года в микрорайоне «Спутник» сотрудник полиции, находясь при исполнении для проверки причастности к краже, остановили автомобиль ВАЗ-2109. После остановки транспортного средства, находившиеся в нем пятеро мужчин, в том числе и обвиняемый, выскочив из автомобиля, побежали в разные стороны. Сотрудники полиции начали преследовать их. В это же время обвиняемый напал на участкового и избил его. Когда потерпевший пытался встать, обвиняемый ножом нанес ему удар в область грудной клетки сзади, что и стало непосредственной причиной смерти сотрудника полиции на месте происшествия. Сразу после этого обвиняемый, увидев, что к нему подбегает другой сотрудник полиции, напал и на него. Однако обвиняемый не смог довести до конца свой преступный умысел. Полицейский сумел выхватить из его рук нож, а подоспевшие другие сотрудники полиции обезвредили обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненного лишения свободы. В долине Царей, в Пейхемском районе Тувы и в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС проходят археологические раскопки под руководством известных российских ученых. В связи с чем руководство Национального музея Тувы рассчитывает на поддержку Русского географического общества в подготовке археологов. На территории Тувы, по словам директора музея Каадырова Бичелдея, насчитывается 110 тысяч курганов разных эпох. Из них наиболее интересны чуть больше 1000 курганов. По мнению археологов, исследование этих памятников может принести важные находки не только в долине Царей. РГО ведет свою историю с 18 августа 1845 года. Экспедиции РГО сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель. С 1956 года Русское географическое общество входит в Международный географический союз. С 2009 года президентом общества является Сергей Шойгу. Попечительский совет с 2010 года возглавляет Владимир Путин. Тува выиграла федеральную субсидию на открытие центров «Точка роста». В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» Министерством образования и науки была подана заявка на участие в отборе субъектов России на предоставление субсидий из федерального бюджета. В конкурсном отборе участие приняли 80 регионов. По итогам отбора Тува выиграла федеральную субсидию на 90 миллионов рублей. За счет федеральных средств в регионе планируется обновить материально-техническую базу для оформления у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. В этом году открывается 20 центров «Точка роста», оснащенных интерактивным оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, мобильным классом, тренажерами для отработки сердечно-легочной реанимации. В них школьники смогут заниматься по дополнительным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Педагогов для работы в центрах будут отбирать по результатам специального тестирования. Сейчас претенденты проходят курсы повышения квалификации. Свою работу центры начнут уже в новом учебном году.
По республике переменная облачность, местами небольшие умеренные дожди. Местами сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 28, плюс 30 градусов.